термометрия и обработка антисептиком. В этом году без этих маленьких, но очень важных процедур на сдачу экзамена не попасть. Вход в школу строго по одному и с сохранением дистанции. Ребятам это пока дается с трудом, но строгий контроль за соблюдением всех норм обеспечивает Рособорнадзор. Это не единственные новые правила сдачи в этом году, в числе прочих, и то, что обязательные предметы не сдают выпускники, не поступающие в ВУЗ. Аттестаты выдавали всем по результатам итоговых оценок. В этом году экзамен проводится несколько в усеченном формате. Вы знаете, да, что его сдают только те ребята, которые поступают в высшие учебные заведения. А остальные, у нас, кстати, предполагалось больше, почти 3000 человек из 14 тысяч у нас отказались от проведения ЕГЭ, и мы заново составляли базу информации. Сегодня экзамены в Дагестане сдают свыше 1000 человек. Это география, информатика и литература. Абсолютный лидер по числу тестируемых среди всех предметов – информатика. Многие из ребят выбирают сегодня профессию программиста, а потому и остановили свой выбор на этом предмете. Мне нравится математика, и также мне интересна информатика, поэтому я решила стать программистом, математиком. Это профессия будущего и настоящего, и это одна из самых востребованных профессий на данный момент, потому что сейчас все переходит в информационную сферу, технологии новые. Но оба фактора вместе сложились, это и перспективно, и высокооплачиваемо, и к тому же у меня есть к этому предрасположенность, и поэтому я выбрал это направление. Как проявляется предрасположенность? Ну, у меня оно легко дается, мне это нравится, интересно. Но есть и те, кто выбрал творчество, сдающих литературу, сегодня немного, в их числе Алия Алиева. В планах у девушки поступить в московский ВГИК и освоить профессию художника-мультипликатора. Как бы изначально, можно сказать, творческая личность, поэтому эта направленность больше мне подходит. Я планировала стать мультипликатором, так как мне импонирует эта профессия. Вообще я рисовала с детства и решила пойти по этой дорожке. Насколько ощущаешь себя подготовленной сегодня? Лично для меня главное, чтобы хорошее произведение попалось, потому что... В республике организовано 67 пунктов проведения экзамена, на которых в основной период будут сдавать около 11 тысяч выпускников школ. Основной период ЕГЭ 2020 года завершится 25 июля. Участники, пропустившие его по уважительной причине, смогут сдать ЕГЭ в резервные дни. Хадижа Курбанова, Муса Салгиреев, Абдулла Магомедалиев и Хаджимурат Сагитов, телеканал ННТ, Махачкала.